И сегодня состоялась встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ключевой темой обсуждения стала подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Борис Дубровский доложил, ведется строительство конгресс-холла и общественного делового центра. Это ключевые объекты, которые будут задействованы в приеме порядка 30 делегаций стран-участников мероприятия. Также формируется гостиничный фонд. По всем объектам решен вопрос финансирования. Они будут построены точно в сроки. На деньги частного инвестора началось строительство нового современного терминала Челябинского аэропорта. Работы будут завершены в 2019 году. Пассажиропоток аэропорта увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом. И с 1 300 000 человек до 1,5 миллиона человек в год. После саммитов рассчитываем выйти на цифру в 2,5 миллиона человек в год. Недавно главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции. Появилась возможность двигаться дальше.